Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кипоп. Сегодня отреагирую на новый клип, на удивление, действительно, клип группы KDA под названием I'll Show You. Меня он заинтересовал не только потому, что KDA, но еще и потому, что с этой группой, можно сказать, посотрудничала группа Twice, моя любимая группа в кей-попе. Вот, и не вся, конечно, группа, само собой, там слишком много девчонок для одной песни KDA. Но Сана, Найон, Джихё и Чхёён. Джихё, причем, насколько я знаю, даже фанатка, ну, в некоторой степени, League of Legends, игры, из которой выросла группа KDA, и ей, типа, год назад какой-то из вансов, то есть из фанатов, посоветовал поиграть, она попробовала, ей дико понравилось, и она говорит, что она сейчас, когда есть свободное время, периодически поигрывает. Я тут дублирующую запись поставлю, чтобы мало ли что как. Ну вот, но у него получается, вроде как, по ее собственным словам, не очень, так что она частенько играет с компьютером, а не против людей, но тем не менее. Вы же не знаете, кто она есть, да? Может, вы там, когда бегаете по Лолу, вы периодически попадаете на Джихё и ее убиваете жестоко. Или она вас убивает, всякое может быть. Вот, в любом случае. А тут еще две девчонки, девушки, разумеется, в этой коллаборации участвовали. Это Аника Уэллс и Беку Бум. Я ни ту, ни другую не знаю. Мне действительно интересует только Twice в данном случае. Потому что это все-таки канал по кей-попу в первую очередь. Тем не менее, давайте посмотрим, что у нас получилось. Собственно, перед началом реакции попрошу подписаться и поставить лайк. Ну, поставить лайк — это гарантированно, подписаться уж как получится. Можете в конце, почему бы и нет. И хочу сказать большое спасибо моим спонсорам на Патреоне, в особенности Катарине, Шуре и Пиг Хантеру. Вот, давайте, поехали. 3, 2, 1, поехали. Ой, какой бит 80-й-то. Так лучше. Тут, в общем, за одну героиню. Повествование идет от лица одной героини, и поют несколько человек, 6. Немножко какая-то странная мелодия на фоне, но... Клип очень простой для KDA, прям супер простой. Минимум движения. Но учитывая, что основной у них был совсем другой, More, то ничего удивительного. Мелодия насыщенная, с заметными ретро-вайбами. Но музыкально пока не особо цепляюще. Песня наконец-то немножечко сменила ритм и перешла в, видимо, бридж. Автотюн. Это потому что певица, очевидно, пела западная, или потому что она без автотюна не может. Странно. Ну.
Окей, KDA так KDA. Песня очень мажорная. При том, что по тексту она вроде как грустная, потому что девушка говорит, что несмотря на то, что у меня творится, я покажу тебе, что я сделано. Я там все преодолею, все смогу и так далее и тому подобное. Но, честно говоря, я не очень хочу ее слушать второй раз, потому что, на мой взгляд, она ничего особенного себе не представляет. Мор гораздо интереснее было. Про Popstars я вообще молчу. И я еще не слушал Виллен, но не уверен, что стоит, да. Напишите в комментариях, стоит мне Виллен слушать, Виллен, злодей, или не стоит, потому что там клипа -то толком нет. Ну и здесь, честно говоря, клип достаточно простой. Для Twice это сотрудничество, конечно, полезно, потому что, ну, это League of Legends. Idol, благодаря League of Legends, стали, наверное, еще более популярны, хотя им как бы помощь не сильно нужна, но все-таки. И Twice это тоже не помешает ни в коем случае. А Jihyo, я так понимаю, так мечту не своей жизни, конечно, осуществила, а просто одну из своих мечт. Но песня очень простенькая, очень однообразная, очень никакая. Можно послушать, почему бы и нет, но восторга от него получить как-то у меня не получилось. Вот, как-то так. Напишите, что вы думаете об этой конкретной песне, ну и о всех остальных песнях с альбома, собственно говоря. А я пока, наверное, пойду на что-нибудь другое отреагирую. Второй раз слушать реально не очень хочу. При этом прям сильно докопаться не до чего. То есть это не тот случай, когда я буду сидеть, о боже мой, вы это слышали, и прокручивать второй раз, и говорить, вот здесь плохо, здесь вообще кошмар, здесь какой-то караул с вокалом, здесь порядок, за исключением пары странных мест, когда вроде как автотюн включал за каким-то чертом. Ну, вы слышали все, в принципе. Как бы хук не цепляет, слишком мажористо и вообще. Ладно. Похоже на японский релиз Twice, на старый японский релиз Twice в чем-то. Хотя нет, там музыка поинтереснее была. Всем спасибо, всем пока. Не забудьте поставить лайк или убрать лайк, если вам не понравилась моя реакция. Но если понравилось, то подпишитесь и подумайте, что поддержать меня на Патреоне. Как раз уже почти декабрь наступил. А вот с начала месяца, это сам Бог велел, с начала месяца подписываться на Патреон. Так что если на часах уже 1 декабря, то смело подписывайтесь, поддержите меня на какую-нибудь сумму, и мне будет приятно. Хотя эта реакция, опять же, назвать сложно. Я просто послушал с непроницаемым выражением лица, сказал, что не очень, и все. Спасибо в любом случае людям, которые меня поддерживают уже на Патреоне. Вот этим людям.